Чтобы обезопасить жителей Белгорода от осколочных ранений, власти продолжают устанавливать новые модульные укрытия. Армированные сооружения из высокопрочной марки бетона отлично себя зарекомендовали в качестве защиты и не раз спасали жизнь белгородцам. Одно из них установили на территории стадиона 49-й школы. Наш стадион пользуется большой популярностью у жителей микрорайона. Дети, взрослые, это любимое место проведения времени. Но до сегодняшнего дня, к сожалению, негде было укрыться на этом стадионе. И у нас были случаи, когда уже были два прилета, поэтому это очень ценно и для нас это радостно. Места расположения укреплений определяются администрацией города совместно с сотрудниками ГУЧС, исходя из локации обстрелов и обращений граждан. В дальнейшем перечень направляется в Управление региональной безопасности Белгородской области, где проходит согласование. По состоянию на последние две недели нами было установлено 40 модульных укрытий. На пляжах порядка 20 модулей мы установили. 4 укрытия на набережных Кивизелка, Северский Донец, там в районе спорткластера мы установили. Ведем работы по установке укрытий на 4 стадионах, а школ Арговской горы. Всего с начала года в Белгороде поставили 461 модульное укрытие. К концу следующей недели власти планируют установить еще 36. Эта работа будет продолжаться. Денис Тримаусов, Сергей Щекалов, Белгород Медиа.